Приветствую вас, и я не буду приводить пример, который привела коллега, например, про зуб. Я скажу вам следующее. Дело в том, что вас не просто так направляют в психиатрическую клинику. Значит, не просто так, почему? Потому что у вас есть определенный набор серьезных симптомов. И теперь еще диагноз. Этот диагноз и набор будут мешать вам по жизни дальше сильнее. И что вам делать? Ложиться в больницу или пытаться решить проблему самому? Это только вам выбирать. Только вам решать, что делать. Если хотите жить полноценной жизнью, если хотите получать удовольствие от нее, если хотите радоваться ей, создать себе семью, работать, чего-то достигать, куда-то стремиться, чего-то добиваться, вам нужно будет лечь в больницу. Потому что там вам помогут. Помогут вот этого всего добиться того, что я перечислил. Там вам помогут остаться в обществе, помогут быть среди людей, помогут не выделяться, помогут настроить свою жизнь именно на конструктивное русло, на позитивное русло, на правильное русло. А если вам это все не нужно, не интересно, если вы считаете, что подобные цели, ценности не для вас, то тогда, конечно же, пытайтесь справиться с этой проблемой самостоятельно. То есть, подвергайте себя риску. Видите ли, подвергать себя риску человек может в том случае, когда не очень-то сильно дорожит тем, что у него есть, или тем, что у него может быть. Соответственно, здесь очень важно понимать, что у вас выбор есть, и вы сознательно его, этот выбор, делаете. Вы выбираете то или иное, в зависимости от того, чего хотите, и не более того. Поэтому я не буду вам рекомендовать здесь чего-либо, потому что считаю, что давать советы неправильно. Но вы подумайте сами, чего вы хотите. Вот вообще, чего вы хотите. И в зависимости от того, что вам нужно, в зависимости от того, что вам ближе, что вам нравится и так далее, вот в зависимости от этого и примите решение. Решение, которое послужит вам, ну, скажем так, наиболее хорошим, наиболее правильным средством для достижения своих целей. И вот тогда, я думаю, все у вас будет хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.